Не просто хорошие, а наилучшие условия для инвесторов намерены создать в Казахстане. Об этом сегодня во время международного инвестфорума сообщил глава Кабмина. По словам Бахыджана Сагентаева, будут улучшены условия въезда в страну для иностранных инвесторов. Помимо этого, на запросы инвесторов госорганы ответ будут предоставлять в течение 10 рабочих дней на английском языке. О чем еще говорили на форуме, готова рассказать Ирина Камышова. Она на прямой связи со студией. Ирина, день добрый. Ботагоз Инвестфорум сегодня это не просто диалоговая площадка между правительством и бизнесменами, но и место, где заключаются конкретные инвестиционные контракты. Как я уже сообщала, сегодня подпишут 13 соглашений на 3,5 миллиарда долларов. Буквально час назад один из меморандумов подписали Министерство финансов, Министерство по инвестициям и развитию с иностранной компанией о завершении строительства КПП на участке коридора Западная Европа, Западный Китай. А вообще сегодня премьер-министр Казахстана Бахыджан Сагентаев назвал сразу несколько отраслей, которые являются прибыльными в Казахстане и куда выгодно вкладывать инвестиции. Это металлургия, нефтепереработка и машиностроение, производство меди, золота, ну и, конечно, геологоразведка. Ну а в данный момент участники форума обсуждают индустриализацию, инвестиции в производство и социальную инфраструктуру Казахстана, ну и многое другое. А пока у меня к этому часу все. Ботагоз, вам слово. Спасибо, Ирина. Вечером ждем подробностей. И еще одна цифра дня, которая сегодня была озвучена на полях инвестфорума. За 10 лет в нашу страну было привлечено порядка 250 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций в разные отрасли экономики.